Повторение из этой книги. Значит, эта книга вышла к моему юбилею, к 60-летию. Вот, и одно из них «Дорога к храму». Она у каждого своя дорога к храму. Через задворки бытия по ней хромаем, то оступился, то упал, то просто запят. То вдруг нашел, чего не знал, то ключ твой запер, то вдруг все просто и легко, и все понятно, но ты от храма далеко ушел обратно. А ты не прятался, не лгал, не фарисеял, и вот он вроде бы твой храм, твое спасение, и нужно сделать только шаг. А ты все медлишь, ведь если крылья добрые знак, зачем об землю? И на краю той черты, к которой рвался, я испугался высоты. Я испугался. Мне показался этот шаг прыжком в сияние, и я не захотел вот так, без покаяния. И на пороге я стоял, гадкой ранен. Она у каждого своя.